присутствовала на пресс-конференции Булатова в украинском доме моя коллега Елена Механик. Елена, ну все-таки не удалось вам дожать нашего министра и выяснить все-таки, были ли ноутбуки, когда была поездка в Доминикану, что интересно, и насколько хорошо она отремонтировала авто? Ну, дело в том, что мы сейчас находимся возле украинского дома, и пресс-конференция началась с опозданием, поэтому задать вопросы Дмитрию Булатову не получилось, потому что все произошло очень стремительно. Он приехал буквально 10 минут назад, но с собой он привез такие бумаги, которые обещал. И на этих бумагах должны быть те самые цифры, где показано, куда и сколько он потратил общественных денег. Сейчас, прямо вот именно в этот момент, он их показывает журналистам. Дмитрий Булатов приехал не один, он приехал в сопровождении людей, которые, по его словам, готовы подтвердить, что каждую копейку он потратил по назначению. Хотя перед самой пресс-конференцией Булатов производил последние подсчеты, последнюю калькуляцию. То есть, возможно, он еще не успел свести все цифры воедино. И его оппоненты здесь с нами не были замечены. Я имею в виду тех людей, которые, собственно, инициировали отчет Булатова по деньгам «Автомайдана». Хотя Булатов говорит, что у его оппонентов тоже есть общественные деньги, но их отчетов он не видел. Все, Лена, не будем тратить время. Идите, слушайте Булатова, задавайте, пожалуйста, все вопросы, которые я только что задал вам.